Должен падать из окна. А я сейчас нырять пойду. Нырять? Да. Одна, что ли? Да. А ты смелая. А что там? Нужна смелость, что ли, чтобы нырять? Ну, просто Миша нырнул так, что чуть-чуть отбился. Да. Что там? Мишку. Чё он брил? И маленького Мишку. Не поняла, что там случилось? Ну, нырнул просто неправильно чуть-чуть. Знаешь, так, как будто нырнул, но и не просто как вперед пошел, ногами чуть-чуть там давать, что-то в воздухе врыкаться, и как собака. Как, знаешь, собаки и лапами вниз. Так же он, короче, вот так вот, только ногами так вот перебирает что-то в воздухе. А я как бы с воды вижу вот эту картину, как он в мою сторону летит. Вообще, прикольно. Не, я умею вроде нырять, меня вроде научили. Пойду попрактикуюсь.